Диагонали прямоугольника ABCD, смотри рисунок, пересекаются в точке О. Угол АДБ равен 30 градусов, БД 10 сантиметров. Найдите периметр треугольника АУБ. Для начала перерисуем рисунок, запишем данную. Четырехугольник ABCD, прямоугольник. Угол АДБ равен 30 градусов. Диагональ БД 10 сантиметров. Найти периметр треугольника АУБ. Напишем формулу периметра треугольника. Периметр треугольника равен сумме длин всех его сторон. А плюс Б плюс С. Эту формулу стоит знать. Угол БАД равен 90 градусов. По свойству прямоугольника все углы прямоугольника равны 90 градусов. Рассмотрим треугольник АБД. Сторона АБ равна половине гипотенузы БД. Получается 1 вторая умножить на 10. Посчитав, получаем 5 сантиметров. По свойству прямоугольного треугольника катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. БО равняется половине БД. Подставим сюда наше значение. Получается 1 вторая умножить на 10. Посчитав, получаем 5. По свойству параллелограммы диагонали точки пересечения делятся пополам. АО равняется 1 второй АС. Диагональ АС равняется диагонали БД. По свойству прямоугольника диагонали прямоугольника равны. Заменим диагональ АС на диагональ БД. Тогда у нас получается, что АО равняется 1 второй БД. Подставим сюда наше обозначение. Получается 1 вторая умножить на БД. БД равна 10. Посчитав, получаем 5. Воспользуемся формулой периметра треугольника. Периметр треугольника АОБ равен сторона АБ плюс сторона АО и плюс сторона БО. Подставим сюда наше обозначение. Сторона АБ равна 5. Ранее мы ее получили. Плюс сторона АО. Сторона АО также равняется 5. Мы ее также получили. И плюс сторона БО. БО равняется 5. Ранее мы ее посчитали. Посчитав, получаем 15 сантиметров. Запишем ответ. Периметр треугольника АОБ равен 15 сантиметрам. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.